фестивале, посвященном 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приняли участие дети со 2 по 9 классы. Они представили как сольные, так и коллективные номера. Юные артисты готовились основательно, к выбору песен подошли серьезно и хорошо выступили. Фестиваль нужен для того, чтобы наша молодежь, наши дети не забывали о том, что было в нашей стране, не забывали нашу историю, и чтобы они стремились к тому, чтобы помнить об этом. На фестиваль пригласили почетных гостей, уважаемых ветеранов войны и труда. Организовала и провела фестиваль Елена Парамонова, педагог-организатор 4-й школы, которая и сама исполнила песню в подарок празднику. Этот песенный фестиваль напоминает нам наша юность. Эти песни, исполненные детьми, напоминают наше тяжелое и трудное детство. Но мы в свое время, так же, как и теперешние школьники, любили Родину, старались через песни и стихи благодарить ее за то, что мы живем в нашей стране, в великой России. Все участники фестиваля стали его лауреатами и удостоились почетных грамот. В заключении сделали общее фото на память с хэштегом «Это наша победа».